Як лічыце, чаму такая нізкая нараджаемасць, што трэба зрабіць, каб павысіць яе? Наверное, надо больше платить денег молодым матерям, потому что, например, не хватает денег, чтобы вырастить нормально ребёнка, одеть его, обуть. И я считаю, что маленькое пособие. Аборты не делали. Забороните аборты? Молодым семьям пониже кредит на квартиры, в смысле процентные ставки. И пособие на ребенка побольше. И будут рожать. Повеличить заработную плату. Уровень жизни повышать, условия для того, чтобы их растить. У нас все это обсуждают, и девочки, конечно, хотели бы, чтобы и больше было детей, и все. Но это сложно, конечно, в этих условиях очень сложно. Надо условия жизни, чтобы было здоровье, зарплата хорошая, стабильная, и жилье. Вот это самое главное в жизни сейчас у молодежи и во всех. Ну, я так думаю, что больше сексом заниматься. Даже пусть бы и дети не рожали, потому что, когда они родятся и попадут, куда они попадут. А куда они трапляют? Куда они всю жизнь сражайся за жизнь, борись. И потом не хотелось бы, чтобы твои дети вот это вот бы всю жизнь не как в раю, как говорится, жили, а чтобы всю жизнь сражались, боролись. А потом пенсия и все, и сколько там осталось. Самое главное – это жилье. И вот новый указ прекрасный. Мы построили огромный дом, уже второй год будем зимовать. А який указ? А вот многодетным бесплатное жилье. Скажи мне, мой хороший, с кем рожать? С алкоголиками. Вы лечите проблему тем, что нема мужчин, от кого рожать? Да. А нету достойных, нету. А где, куда делись? Повымирали? Да, повымирали уже. Все, вот, на гармошках играют. Мужчин хороших побольше, чтобы не пили, были здоровые, чтобы дети тоже здоровые были. Вот. Тоже. А в этом есть проблема с... Ну да, конечно. С нездоровыми производителями? Ну да. Сколько алкашей ходит у нас в Беларуси много. Ну, материально, видимо, неудовлетворенность. Ну и, в принципе, это не модно сейчас. Еще менталитет должно, наверное, ну, немножко поменять мнение людей о том, что такое дети, для чего они нужны, что это там будущее, в общем-то, человечества. Только поэтому, еще по этой причине. Для детей нужно освоиться сначала, а потом уже заводить детей, чтобы была какая-то опора. Ну, нужны деньги, тем более, надо нормально зарабатывать. Потом уже рожаешь ребенка и все в него вкладываешь, и воспитываешь. Да. Ты правильно я зрозуміла, что основная причина в этой бедности, да? Социальная, да, что-то, да. Просто люди не на что гадовать их детей, так? Да, скорее всего.